Взрослые 40, а детские 20, а музей 140. 140 на группу, да? Ага. Получается, что здесь вот оплата, да? Еще раз, 40 для взрослых. Ко мне.
Вася. Так. Есть такая легенда о башне Буране, что жил хан, у него была дочка. Вот, и эта дочка, он хотел, чтобы она была счастлива, и собрал предсказателей, как ей предскажут ее судьбу. И эти предсказатели сказали, что она будет жить счастлива, но один сказал, что она умрет 16 лет от укуса паука. Красивая такая башня, но внутри такой крутой прям. Мы залазили, да, от укуса паука. И вот он, чтобы такого не было, он этого предсказателя заточил, и дочь тоже заточил в башню. И когда исполнилось 16 лет, он обрадовался, что все хорошо. Зашел к ней в комнату и угостил гроздью винограда. И в этом винограде затаился паук, она упала и умерла. И вот он, расстроенный, злой, несчастный, разрушил половину башни. Вот, и половина башни разрушилась по ходу от землетрясения. Это слив, куда вода. Потому что когда башня набирается вода, она оттуда, чтобы не набиралась внутри, там как чаша. И потом вода оттуда раз, стекает вот сюда, наружу, чтобы не было. Внутри она не разрушилась от воды, а вода разрушается. Да. Еще одна детская. Да, это как окошко. Я туда помещусь. Да? Вот это да. Спрашивали, вот эта труба, да, вот такая, для чего? Мальчик спрашивал, для чего вот эта труба? Ну, я чисто логично предположила, потому что, ну, это и так и есть, потому что вода, чтобы стекала вода от дождей. Вот такая вот история о башне Буране. Было классно сюда залезть, здорово побывать на этом историческом месте, почувствовать, поощущать. Я первый раз прям столько всего. Девочки радостные. В общем, эмоций много было.